В находке с неплановой проверкой побывал сотрудник Федеральной антимонопольной службы. Кроме него в состав группы проверяющих входили специалисты Департамента лицензирования и торговли Приморского края и отдела Роспотребнадзора в городе Находка. Как известно, такие проверки фактов повышения цен поставщиками продуктов питания после введения властями России эмбарго на импорт продовольствия ранее анонсировал вице-премьер Аркадий Дворкович. По поручению правительства, администрация Приморского края, в частности наш департамент, осуществляет ежедневный мониторинг ценовой ситуации на продовольственном рынке Приморского края. Задача данного мониторинга в Находке была конкретной – установить, насколько за последнее время повысил цены на свою продукцию крупнейший в Приморье производитель мяса птицы «Михайловский бройлер». Параллельно специалист Роспотребнадзора проверял соблюдение продавцами правил торговли. Сам процедура проверки начинается с того, что мы вначале выбираем с нашей точки зрения наиболее значимые в социальном отношении места, где осуществляется розничная торговля, для того, чтобы потом в дальнейшем проверить соответствие полученной информации с тем, что на самом деле уже, так сказать, словами специалистов смотрим. Мы в связи с этим можем и посмотреть документацию соответствующую у продавца. Можем побеседовать с администрацией для уточнения различных деталей. Это делается для того, чтобы потом принять не сторону потребителей, не сторону входящих субъектов, а объективную сторону. Проверка в Находке показала, что выбранные для этой процедуры предприятия розничной торговли не злоупотребляют торговыми надбавками. Поэтому, по словам Юрия Кирсенко, предстоит еще много кропотливой работы, чтобы выяснить, в каком звене цепочки производитель-магазин происходит повышение цены товара. Данила Макарычев, «Панорама».